Еще заливайте чат. Чат, кто вдруг не слышал, заливайте ману. По максимуму. Капец, я ему всю броню выбил. На второй этаж поднялся. Ой, красиво. Так. G28 у типа. Угу. Так, надо сейчас тогда будет сразу бежать на АГС-ку, раз они все туда теперь ломятся. Чевок там? Блять, да это чевок. Я думал бот. Что у меня с прицелом, блять? Ёб твою мать. Что у меня с прицелом было, вы видели? Он вот так вот, блять, его хуярило. Что это такое? Чел встал, стоит, ага. По мне стреляют отступники, нормально? Придется только тут этого типа разыгрывать как-то, пытаться. Дал ему хит. Там кто-то бегал слева, мне показалось. Прямо вот тут.
Лег. Это ж там что еще за херня? Так. Ну да, чел уже убежал, да, пока я тут запрыгивал. Опять этот чел? Я ж убивал его вот пару каток назад. А, там его тиммейт, скорее всего, знаете? Точно, точно. В той катке их было двое. Которых я красиво сбрил, типов, помните? Мне кажется, тот, который свалил, они опять увидели мой никнейм и такие, да ну нахер просто, и ушли. Блять, где он был? Сука, он на втором. Так, ну и чё? Вот там, наверное, сидит уже, меня ждет. Нет. А сейчас вот была инерция, которая была и в прошлой катке. Вот он, блядь, все сел. Ага. Ну, два профессионала, видите? Сели поконтролить ту и другую лесенку, и все. Найс геймплей. Блять. О нет. Нет, чат. Угу.
Ну, тут они подкрысили двух типов. Удалось им все-таки подкрысить кого-то. Как ты, как погода? Здорово, Владимир. Да все хорошо, спасибо. Погода нормальная вроде. О, выход есть, отлично. Сейчас попробуем снова с ними в катку залететь. Там пачка БП. Так там 545 БП, нахер они нужны. Я даже на 13 уровне ЧВК этими патронами не пользовался. Хорошо, что они не русские, судя по всему. Они пока что не пробили мой никнейм и не знают. Обоим в голову, кстати. Это, походу, поляк какой-то там. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.